Приветствую всех, с вами Сергей Качерин, и сегодня мы проведем обновленную презентацию проекта CrowdOne. Начнем мы с самого начала и расскажем о том бизнесе, который сейчас ломает все стереотипы, который сейчас поднимается резко вверх и за которым следит практически все сообщество. И начнем мы, что такое бизнес мечты и как его понимать. И бизнес мечты для многих – это объединение рынка удачного, компании, которая работает на этом рынке, чтобы у компании была миссия. Бизнес на сегодняшний день должен быть 100% мобильный, потому что практически все люди пользуются мобильными телефонами. Должны быть глобальные бизнес-партнеры, если мы говорим о глобальном бизнесе. Должен быть лучший маркетинг, который привлекал бы людей в этот бизнес. И старт бизнеса, в общем-то, должен быть сделан в течение 5 минут. И у нас есть масса примеров интересных бизнесов, конечно, не за 5 минут, но те бизнесы, которые сейчас рулят в мире, вот, допустим, Amazon, в котором нет магазинов, Uber нет автомобилей, Facebook нет контента, Alibaba нет товаров, Airbnb нет недвижимости, Booking нет отелей, биткоин нет купюр, Netflix нет каналов TV. И что же можем предложить мы еще к этому списку, где все нет, 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 нет и нет. Сегодня мы поговорим о компании CrowdOne, о глобальной сети продавцов, у которых нет своего продукта, но которая продает и может продать все, что угодно. Компания, которая лидирует на мировом рынке. На сегодняшний день, если посмотрите этот график, с 25 января прошлого года компания выросла с нуля до практически 7,5 миллионов человек. Это феномен на рынке, и к нему надо присмотреться. Причем феномен очень интересный и феномен, который заставляет многих людей задуматься, а правильно вообще работают обычные сетевые компании или обычные компании, которых мы знаем. И мы поговорим о компании, которая ведет этот бизнес, компании Pack Crowd Technology, которая является основной как бы крышей или основной компанией, в которую входит CrowdOne. Это компания, которая стремится к цифровой справедливости. Что такое цифровая справедливость? Это очень просто понять. Мы все сейчас рабы лампы, рабы Фейсбука, Гугла. Мы создаем контент на Ютубе, на Инстаграме, а получают в основном те, кто владеет этими ресурсами. Очень интересный состав менеджеров и основателей. Это основатель, один из основателей, Йонак Эрик Вернер, человек, который является на сегодняшний день одним из ведущих сетевиков в мире, человек с огромным опытом, работавший с огромными структурами людей, знающий, как руководить компанией и имеющий грандиозные, интереснейшие идеи, которые он воплощает через компании по Crowd Technology и CrowdOne. И генеральный директор, это особенная величина, Йохан Стайл фон Холштейн. Это человек, который за свою жизнь создал немало компаний, участвовал в компаниях, вывел 3 компании на биржу, причем они называемые Unicorn. Unicorn – это компания с миллиардными оборотами. 3 компании он вывел на биржу: франкфуртскую, нью-йоркскую и стокгольмскую. Это человек, наш генеральный директор, человек, который является не просто бизнесменом, а также публичным спикером, тренером, человеком, который приглашает премьер-министр стран, который участвует в телевизионных передачах, о котором пишут газеты. Это уникальная личность, о которой можно говорить, говорить, говорить и говорить. Также у нас прекрасный состав менеджмента. Допустим, директор по продажам Йохан Вестердал, этот человек возглавлял такую небезызвестную компанию, как Oriflame, и многие другие компании. И все люди, которые здесь есть на этом снимке, на этом слайде, люди, имеющие богатый опыт работы в бизнесе и онлайн-бизнесе. Эти люди, которые рулят компанией и рулят нашим кораблем, идущим большое-большое плавание. У нас есть офисы по всему миру, уже существующие. Йоханнесбург, куда можно войти, Манила, Филиппины тоже можно войти. Стокгольм, Мадрид основной офис, Малага и Лондон – это рабочие офисы компании. В плане открытия Колумбия, Бразилия, Нигерия, Гонконг и Кения. Эти 5 стран в ближайшее время там откроются офисы нашей компании. Как я уже сказал, основной офис находится в Мадриде. Внизу вы можете посмотреть название компании Pack Crowd Technology, ее налоговый номер, номер налога на добавленную стоимость, и можете посмотреть сайт этой компании, можете зайти туда и посмотреть, о чем она. Миссия компании, Йохан это очень удачно выразил ее на одном из наших мероприятий, он сказал со сцены, что позволяя разработчикам цифровых продуктов продавать и запускать их без всякого риска или расходов, CrowdOne создаст рабочие места и увеличит торговлю, осуществляемую странами третьего мира. Мы не только сломаем цифровое неравноправие, но и сделаем так, чтобы большинство денег за рекламу оставалось в этих странах через комиссии за продажи, и, соответственно, налоги оставались в тех странах, где люди бы принимали участие в нашем таком вот проекте CrowdOne.
Итак, CrowdOne – это глобальное маркетинговое сообщество, одно из подразделений компании ICT Group, Impact Crowd Technology Group. Задача – создание глобальной сети продавцов, партнеров, клиентов, которая продвигала продукты третьих сторон, третьих компаний. Это очень просто, на самом деле. Большинство компаний идут от продукта. Мы же, создав такую глобальную организацию, которая уже практически 7,5 миллионов человек, и это число растет, пока мы говорим, подключаясь десятки, сотни людей в эту компанию, тысячи. Это компания «Феномен», и это огромная-огромная продающая система. То есть люди, которые составляют эту компанию, это также и клиент, и те люди, которые привлекают клиентов, продвигают товары и услуги. То есть все очень просто. Мы идем от сообщества к продуктам, и мы можем продвигать любой товар, продукт или сервис. Все, что угодно. За это нам платят. Какие у нас есть онлайн-продукты и услуги на сегодняшний день? Первое. MyGitHub – это обучение онлайн. То есть это образование, которое вы можете получить, войдя в нашу компанию. Правда, пока на английском, но у нашей команды есть бесплатное обучение английскому языку. И кто хочет совершенствоваться, войдя в нашу компанию, будет обучаться также английскому языку и также получать обучение онлайн от компании. Следующий продукт – это наш партнер, компания Life Trends. Это скидки на путешествия до 80%, отели, круизы, машины и многое другое. Это очень интересная компания, и индустрия путешествий – это 8 триллионов долларов, больше уже 8 триллионов долларов. Сейчас пандемия немножко падение, но я думаю, как только пандемия закончится, будет большой всплеск, взрыв, и все люди поймут, что люди ждут, когда куда-то поехать. Это очень важно. И эта компания предоставляет услуги поиска лучших цен. Это очень здорово, очень интересно и очень выгодно. Далее, Safer. Safer мне очень нравится, но это локальный бизнес. У нас есть глобальные бизнесы, как Life Trends, MyGitHub. Safer – это компания, которая находится в Южной Африке. Это мобильное приложение для, это, грубо говоря, цифровой бодигард или цифровая скорая помощь. То есть, грубо говоря, если у вас есть это приложение, вы входите в это приложение, то есть у вас возникают проблемы, допустим, с какими-то, вот, скажем, людьми, и требуется вам вмешательство вооруженных людей, вы потрясите этим приложением или нажмите на кнопку телефоном с этим приложением, и к вам выезжает в течение, по-моему, 5 минут, выезжает вооруженная охрана. Классно, супер. Или если у вас есть проблемы со здоровьем, потрясли этим телефончиком, нажали на кнопочку, и к вам выезжает бригада скорой помощи. Очень классно, очень здорово. Это пока для Южной Африки. Далее, у нас есть свой журнал CrowdOne, он есть в цифровой форме и в печатной форме. У нас есть шлюз для азартных игр, это то, с чего мы начинали. Это огромный рынок, который растет сейчас как на дрожжах, учитывая так ту же пандемию. Люди играют онлайн. И у нас есть еще Mixer. Mixer – это шлюз для социальных игр. То есть у нас охвачены многие индустрии, это только малая часть того, что будет открыто в течение этого года. К концу года компания планирует запустить еще несколько продуктов. И если мы посмотрим вот на эту дорожную карту продуктов и услуг, то мы видим здесь Epic Lotto, мы видим здесь Lifestyle, это стиль жизни, что там будет. Ну, это могут быть всякие развлечения, билеты, всякие аттракционы, все что угодно. Развлечения, соответственно, и C-commerce. C-commerce – это CrowdOne коммерс. Это, скорее всего, будет электронная коммерция. Вот, то есть огромный спектр различных продуктов и услуг, которые будут распространяться нашим вот этим сообществом. То есть у нас есть люди, у людей есть продукты. Мы предоставляем людей, а бизнесы делятся своей прибылью. Все очень честно и очень законно. Партнерский доход тот, который мы получаем от такой комбинации. У нас есть люди, у бизнесов есть продукты. Партнерский доход – это наши комиссионные за то, что мы привлекли каких-то клиентов или сами стали клиентами, и нам различные компании платят со своего профита, со своих доходов. И сколько платится, вот пример, допустим, это так называемый affiliate network или такая аффилиатная сеть Admitat, которая смещается различным продуктам, товары, услуги, которые предоставляет им различным веб-мастерам. И сколько здесь можно заработать? Допустим, вчера один мастер заработал почти 2 миллиона 300 тысяч рублей за один день. И таких здесь веб-мастеров 673 тысячи 500 с плюсом. У нас же на сегодняшний день 7,5 миллионов человек, куда входят, возможно, некоторые из этих веб-мастеров. То есть у нас есть база, у нас есть договоры, у нас есть много чего интересного. Есть огромная-огромная перспектива. Посмотрим, как же распределяется партнерский доход на примере площадки AffilGo, которая работает уже в нескольких странах мира, в 9 странах мира, Индия, Колумбия, Мексика, Габон, Гана, Мозамбик, Нигерия, Замбия, Уганда. Там уже люди могут играть в азартные игры, там это разрешено, пока другие страны не открыты. Что мы делаем? Impact Crowd Technology заключает договоры с этими компаниями, Камон, Кадера, например, Бет, SBA, и поставляет через
свой шлюз через платформу AffilGo людей на эти платформы. И получает 50 на 50 в прибыли. Это мы говорим только о азартных играх. Потому что там есть еще нюансы, которые мы объясним чуть-чуть позже. Но принцип вам понятен. Мы поставляем людей, они делятся прибылью. Это то, что эти люди сделали. Это так называемый cost per action, CPA. Оплата за действие. Когда мы получаем деньги партнерские, которые приходят сюда, их получается 100%. И они распределяются. 20% идет компании и 80% идет участникам краудван, то есть нам с вами. 40% идет ежемесячно, это пассивный доход в сеть с 1 по 21 уровень. И ежеквартально 40% идут на CrowdOne Rewards, о котором мы поговорим немножко позже. И вот еще один тип партнерского дохода, который я вам покажу на примере Life Trends. Это вы помните, я вам говорил о новом продукте, который мы запустили, travel компания, в которой больше 2 миллионов отелей по всему миру, хорошие скидки, и мы здесь тоже участвуем в распределении доходов. Но каким образом? Мы получаем проценты от прибыли от Life Trends. Далее, эти 100% делятся 15, 25, 60. 15% получает тот человек, который привел клиента, не партнера в сетевой маркетинге, никого, клиента. Он получает 15% от тех доходов, которые получены были от этого клиента, доходы. Дальше. Есть пул для активных партнеров, куда идет 25%. Что такое активный партнер? Это тот партнер, который воспользуется услугами LifeTrend. И он получает, как активный партнер, одну долю в этом пуле. Плюс, если у него есть, допустим, 10 клиентов, он к этому получает еще 10 долей. И распределение этого пула идет раз в квартал. И 60% идут в общий пул, о котором я говорил до этого. 20-40-40. Получают люди, которые участвуют в процессе продвижения Life Trends. И также получают все остальные, то есть 7,5, 8, 10, там, 20, 100 миллионов человек. Все участники в прибыли. Вот картинка, которая поясняет, как это работает. С левой стороны вы видите нашу систему. Она похожа на пирамиду. Уровни. И мы идем вверх-вверх по уровням, строя свою команду, продавая образовательные пакеты. Я их называю бизнес-образовательные пакеты, потому что это дает возможность не только обучаться, но и принимать участие в бизнесе, зарабатывать деньги. У нас есть ранги от лидера команды до амбассадора. Все ранги распределены по тройке, от 1 до 3 звезд. И вот эти 40%, о которых мы говорили, они падают сюда и распределяются по каждому уровню. Что интересно? Интересно то, что вот, допустим, на примере, если у нас общая сумма дохода в течение месяца стала 2 миллиона 100 тысяч, это ежемесячные выплаты, они распределяются одинаково по всем уровням. По 100 тысяч на уровень. И распределяются, соответственно, на каждый уровень. Но есть нюанс. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше вы получаете. Не только из-за того, что вы поднялись на следующий уровень, и там меньше людей, вспомните предыдущую картинку, но также потому, что вы получаете за предыдущий уровень. То есть человек, находящийся на 21 уровне, получает за все уровни, начиная с первых, или человек, находящийся на 3 уровне, получает и за первый, и за второй уровни. Это супер, конечно. Если вы выполните квалификацию, допустим, директору, вам подарок идет круиз All Inclusive, все включено от компании Luxury Cruise. Прекрасно, мы были в свое время на первом круизе. К сожалению, пандемия нам не позволила пойти в этом году в весенний круиз, но будет зимний круиз. Плюс у нас есть еще лист желаний, начинается от президента «Одна звезда». Это очень интересно. Что такое CrowdOne Rewards? CrowdOne Rewards – это внутренние наши доли, которые компания вам дарит, когда выступаете, то есть вы оплачиваете свой бизнес-образовательный пакет, и компания вам еще дарит на какую-то сумму CrowdOne Rewards. Какая сумма, поговорим позже. Расчетная цена CrowdOne Rewards на сегодняшний день это 2 евро. Мы выражаем это все в BP, Business Points, бизнес-баллы или бизнес-очки. У нас расчетный единиц. Почему? Потому что в многих странах мира существуют рубли, ранты, тугрики, доллары, юани и так далее. И, соответственно, чтобы было понятно и просто, и не переводить все в разные валюты, компания сделала все расчеты в бизнес-поинтах или в бизнес-очках. Далее вы работаете и, соответственно, работая, принимая участие в движении компании, строя свою команду, зарабатывая свои доходы по маркетингу, вы тоже получаете часть своих доходов в CrowdOne Rewards. В чем интерес этих rewards? Первое. Они в скором времени попадут на биржу CrowdOne, внутреннюю биржу CrowdOne, на которых вы можете трейдить ими, то есть покупать и продавать. И это не самое интересное. Самое интересное будет потом, потому что компания уже заявила не раз в разных ресурсах то, что мы выйдем на биржу через 3-4 года. То есть есть абсолютно четкое направление. Йохан Страт фон Хоффштайн, как вы помните, вывел 3 компании с миллиардными оборотами на бирже. И это будет 4-я компания. Это будет его «Лебединая песня», 4-я компания, которую он хочет вывести на рынок. Так вот, эти CrowdOne Rewards, они сейчас пока стоят 2 евро, это расчетная внутренняя цена, но также мы получаем на них ежеквартальные дивиденды от общего дохода
компании за квартал. По количеству краудлендингов мы получаем, соответственно, ежеквартальные дивиденды. И дальше смотрим, как биржа откроется, можно торговать. Когда выйдет на биржу внешнюю, тогда посмотрим, какая будет уже реальная цена этих краудлендингов. Далее мы поговорим о том, что же привлекло такое количество людей, помимо идеи, помимо интереснейших людей, которые основали эту компанию, помимо того, что подключились сильнейшие сетевики, почему они подключились, это маркетинг. Маркетинг, отработанный уже более 15 лет, это бинарный маркетинг, который позволяет зарабатывать очень серьезные суммы, причем зарабатывать неважно, кто ты, только что вошел в бизнес, только ты попал в сетевой, уже имеешь большой опыт сетевого маркетинга. Это прекрасный инструмент, который создал эту огромную группу людей. И сейчас эта группа людей, как я сказал в первой части своей презентации, она уже нацелена, конкретно заточена под продвижение продуктов, товаров, услуг. Итак, у нас есть бинарный бонус, матчинг-бонус, стримлайн-бонус и fear of loss бонус или бонус страха потери. И сейчас мы о нем поговорим. Как только вы вступаете в компанию, соответственно, вы сразу же начинаете что-то зарабатывать, и вы начинаете получать еженедельно, каждую среду вам начисляется 25 бизнес-баллов. Это 2,5 евро. Еженедельно, даже вы никого не пригласили. Хотите получать больше, приглашайте людей, вот тут табличку вы видите, можете посмотреть в своем бэк-офисе, и вы двигаетесь по рангам, и получаете все больше и больше до 22 500 бизнес-баллов. И это еженедельно. Но это все выдается в краудлендинг. Эта компания вам дает для того, чтобы вы зарабатывали еще пассивный, такой вид пассивного дохода. Пусть пока он небольшой, потому что мы только начали. Компании чуть больше полутора лет. Хотя она образовалась в 2016 году, но сам бизнес начался с 25 января прошлого года. Вы видите, какие уже есть продукты, интереснейший продукт. Я не упомянул еще Нигерию, в которой есть свой продукт, это парфюмерная компания. Физический причем продукт, не цифровой. То есть наша компания может проводить любые товары, продукты и услуги. Каждый бизнес-пакет, который позволяет вам начать свой бизнес в нашей компании, он оценивает в тех же баллах бизнес-поинт. Белый пакет, черный, золотой, титановый. И, соответственно, от 90 до 2250 бизнес-баллов. И у нас есть одна уникальная вещь, так называемое соотношение. Один к одному, один к двум, один к трем. Что нас отличает кардинально от любого бинарного маркетинга. Мы примерно в 2-3 раза лучше любого бинарного маркетинга в мире. Как это работает? Вот, допустим, вы подключили человека на 2 белых пакета. Они дают вам 180 бизнес-очков. И если мы знаем, что 10 бизнес-очков 1 евро, вы получаете 18 евро. Это соотношение 1:1. Если вы подключили золотой пакет и черный пакет, то вы можете получить 1:2, потому что 1:3 получается 810, и в левой команде у вас нет 810, но есть 720. Простая арифметика, ничего сложного. Остаток переносится дальше. Далее, кто-то вступил на белый пакет, и у вас идет обнуление, опять 1:2. Следующий пакет человек вошел на титановый пакет, кто-то вошел правой ноги на золотой пакет, и теперь вы можете снять уже 1:3 с большей ноги. То есть, что получается? Если у вас образовалась какая-то большая команда, какой-то из команд, то вы, заводя людей, можете получать в 3 раза больше с большей ноги, чем с меньшей команды. Это все очень просто. Вот вам пример. Допустим, команда правая достигла 10 тысяч баллов, и как только в левой команде образовался новый участник, вы сразу же получили 900 евро. 70% вы получаете в евро, и 30% вы получаете краудван реворд. Далее очень интересный бонус. Это матчинг бонус. Это бонус соответствия вашим доходам ваших структур, ваших личных. Находясь на первом уровне и подписав 4 личных партнера, вы можете получить при наличии белого пакета 10% от дохода вашего первого уровня. Если у вас черный пакет, то вы можете получить до третьего уровня, но при наличии 8-12 человек соответственно. Если у вас золотой пакет и 16 лично приглашенных, то вы получаете до 4 уровня. И если у вас титановый пакет и 20 лично приглашенных, то вы получаете до 5 уровня. Если у вас хорошие партнеры и у них хорошая команда, разветвленные сети, этот бонус может составить очень и очень существенную сумму. Итак, бонус страха потери, fear of loss бонус. Это бонус, который вы можете получить, начав работать в течение первых 14 дней, подписав в течение первых 14 дней с момента регистрации 4 людей. Этот бонус варьируется от 1200 бизнес-баллов, то есть 225 евро, до 31 500 бизнес-баллов, то есть 3150 евро. Все очень просто. Вы приглашаете людей, они заходят, и вы получаете этот бонус быстрого старта от компании. Бонус выплачивается 70% в евро и 30% в краудван ревордс. Если у вас есть комбинация пакетов, то бонус выплачивается по меньшему пакету. Далее, у компании есть большая программа развлечений. У нас есть своя студия, у нас регулярно проходят ежемесячно большие онлайн-шоу,
которая, мы вообще первая компания в мире, которая делает. Плюс у нас есть лидерские круизы для директоров и выше. Как только вы достигнете статус директора, то вы получаете право на круиз. Вот дубайский круиз заканчивается квалификация 1 августа. Желаю многим тем, кто слушает эту презентацию, достигнуть этого уровня и поехать в Дубай. Надеюсь, в декабре нас выпустят, и мы отдохнем хорошо в этом круизе. Но такой будет и весенний круиз, и опять будет осенний круиз. То есть два круиза в год от компании в подарок за то, что вы достигли определенного ранга. Также есть у нас так называемое путешествие списка желаний. Каждый человек, который мечтает, имеет свой список. Может, он в уме, может быть, написан список желаний. Так вот, такой список желаний существует в нашей компании. От президента 3 звезды и выше. Уникальный опыт, отдых мечты, Феррари, вертолеты, самолеты, private jets, виллы, яхты и так далее, и так далее. Все включено, отдых на все 1000%. Воспоминания действительно на всю жизнь. У нас есть, как я говорил, 4 пакета. И эти пакеты стоят, соответственно, если мы перейдем в евро, не будем говорить бизнес-поинт, бизнес-очках, тут верхняя строка. Это 99, 299, 799 и 2499 евро. И это разово, учтите. То есть не надо вам платить какие-то ежемесячные оплаты и так далее. Это разовая оплата. Вы можете строить свой бизнес практически с 99 евро. Если мы говорим, допустим, о России, это где-то 8200 рублей или 300 рублей. Можно ли построить бизнес нормальный, любой бизнес на такую сумму? Я не уверен. Надо таким быть умным, чтобы это сделать. Тут просто входите, становитесь частью структуры, компания предоставляет вам все возможности, и вы, соответственно, начинаете двигаться. Далее. Crowdfund Rewards предоставляются, соответственно, 100 евро, 300 евро, 1000 евро и 3500 евро. И так далее. Бонусы поток и матчинг бонус. Вот эта картинка, это все, что вам нужно знать о том, сколько это стоит. Как можно зарегистрироваться в компании? Очень и очень просто. Можно использовать подарочный код, который сформирует ваш спонсор. Можно использовать биткоин или эфир. Можно использовать банковский перевод, но это только SEPA, европейское сообщество. Вывод средств идет через биткоин, банковский счет и через подарочные коды. И вот очень важный момент, я надеюсь, что вы внимательно прочитаете этот слайд, это дисклеймер или отказ от ответственности. И общий смысл этого слайда в том, что ITC Group не гарантирует ваши будущие успехи и не несет ответственности за ваши действия. Это надо понимать. Вы входите в бизнес, вы выбираете свою степень риска. Я надеюсь, что те, кто не может себе позволить 99 евро, сначала заработают, они возьмут их в кредит и вступят в бизнес. Те, кто может позволить, пожалуйста, уже выбирайте по той возможности финансовой, которая у вас есть. И, соответственно, привлекая людей, рассказывайте им четко, ясно, о чем этот бизнес, как вы можете построить свою структуру. Тем более, сейчас появилась возможность уже строить и клиентскую структуру отдельно, то есть люди, пользующиеся Life Trends, вы можете привлекать просто клиентов и на них зарабатывать, участвовать во всех пулах. Это очень круто. И наша компания не является инвестиционной, не продает доли, не является криптокомпанией. Наша компания это сообщество, это компания, которая продвигает продукты различных компаний, продукты и услуги. Итак, решение за вами. Думайте, кто еще не вошел в наш бизнес, подключайтесь. И я вам еще хочу кое-что рассказать. Итак, вот сзади меня так называемый Golden Ticket. Этот Golden Ticket – это специальный промоушен, который идет сейчас до 31 числа. В чем она заключается? Любой, кто подписался в наш бизнес, получает право зарегистрироваться до Life Trends и получить бесплатный белый пакет, White Package. То есть вы, подписавшись сегодня, вы получаете бизнес-пакет бесплатно. Тот человек, который бесплатно подпишется, он тоже получает бесплатный пакет, и вы можете до 31 числа очень быстро построить свою структуру, которая дальше уже будет, работая, зарабатывать. Итак, друзья, воспользуйтесь этим промоушеном. Вообще у нас очень много интересных промо. С вами был Сергей Кочерин. Всего доброго. До свидания. До следующей встречи. Пока-пока.